He's 192 centimeters tall. His official weight, 77 kilos. 18 years old. And this is his professional debut, Maxim Sazorda! Ну что, Владислав, вот и первый бой по ММА. Что скажешь, что ты ожидаешь от этого боя? Хочу обратить внимание, что у Максима Сазонова по антропометрии он будет повыше, рычаги длиннее. Артему надо грамотно составить геймплан. Ну, посмотрим, что они, ну, к чему готовились, как тренировались. К чему готовились? Все правильно. Это небольшое наставление от чемпиона BFC. Да, я согласен с тобой. Но Артему было бы логично, возможно, проходить вниз, бороться. Но, как мы знаем, Сазонов тоже, да, тоже как бы выступал по самбо. И не факт, что ему там повезет. Посмотрим, что ребята покажут. Пока каких-то технических действий мы не видим. Ну, Максим пока поджимает. Да, мы слышим секунданта Максима Сазонова Павла Николаени. Павел многократный чемпион Республики Беларусь по рукопашному. А здесь мы видим перевод. Луферчик в партер Сазонова. Но Сазонов забрал шею. Артему надо освобождать шею и занимать позицию. Ну да, здесь не очень хорошо Сазонов. Ну, вроде как Максим распустил захват. Нет, держит. Держит, да, но можно потерять много сил, так долго держать. Потом руки устанут, и уже будет проблематично противостоять. Потому что все-таки Артем, он находится в позиции сбоку, сверху. Ну, для него ничего опасного там нету в этом позиции. Да, мне кажется, сейчас все-таки Артем достанет шею, руки устанут у Максима. Посмотрим. Максим уже распустил захват, все. Да, уже достал шею. Артему надо занимать позицию. У Максима активно тренерский штаб работает. Да, да. Потому что весь тренерский штаб уже не раз был тоже на таких поединках и сами участвовали в профессиональных турнирах, тоже Павел Николаени. Но мы видим, что луферщик уже находится в позиции сверху. Что он будет делать дальше? Пока каких-то активных действий он тоже не проявляет. Пытается сделать какое-то удушение, возможно, но это очень тяжело в такой позиции. Да. Прижался Сазонов и начинает бить луферчик. И смотри, да. Вроде как выходит. Если он так будет лежать. И шею забирает луферчик. И нет, еще вроде не забирает. Ну да, это назвать захватом хорошим очень тяжело. И луферчик опять оказывается сверху, начинает наносить удары. Но Сазонов неплохо ответил снизу. И отвечает очень хорошо. И, возможно, луферчик потерялся. Начинает наносить серьезные удары луферчик. Но отвечает снизу Сазонов, как круто. Очень-очень много пропускает Максим. Они хоть удары не акцентированные, но такое количество может перейти в качество. Ну да, это все-таки удар. Видно, у него не хрустальная челюсть, не хрустальная голова, нормально принимает все удары на себя. Ну, удары не акцентированные, поэтому... Но один точный удар может быть и не акцентированным.
Ну, видимо, устали уже. Да, бойцы. Очень энергозатратно у нас получается в первый раунд. А кто-то из победителей этого боя будет драться еще в финальном поединке. Смотрите, как выходит Максим. Да, и сейчас начинает более акцентированно. Артем выходит на болевой, но нет. Смотри, спину забирают. Видимо, попал неплохо Сазонов ему. Смотрите, начинает что добивать, делает. Смотри. Бьет. Сейчас рефери остановит, если будет такая пассивная защита. Все правильно, но рефери не останавливает. Примерно 20 секунд остается. Сазонов продолжает наносить удары. Максиму, у него, чтобы закончить, надо не останавливаться. Удары у него посильнее, чем у буферщика. Сразу это заметно. 10 секунд остается до конца первого раунда. Буферщик никакой активности. Оп! Конец раунда. Не удалось закончить в первом раунде. Очень много сил потратили бойцы. Идем по углам. Извините, Владислав. Все-таки рефери сказал, идем по углам. Бой не закончен, но смотрим по состоянию спортсмена. Сможет ли он продолжить бой? Посмотрите, Артему сложно подняться. Ну, конечно, Владислав, нужно было защищаться более активно, выйти с этой позиции, а он принимал все удары на себя. Возможно, у него и не получится продолжить поединок дальше. Все! Нет, это остановка. Да. Рефери показывает, что останавливает поединок. Технический нокаут. Поздравляем Максима с дебютом. Да, поздравляем Максима с дебютом. Ему надо восстанавливаться, потому что в 9-м бою ему придется оспаривать звание чемпиона гран-при весовой категории до 77 килограмм. Подошел и Катман, подошел и доктор к Артему. Какое-то повреждение. Осматривают ребра. Ребра осматривают, да? Возможно, неплохо попал Сазонов. Но, увы, Артем Уферчик не сможет продолжить бой. Он записывает еще одно поражение себе в рекорд. И теперь он у него одна победа, два поражения. Ну, ничего, надо восстанавливаться, идти дальше. 22 года, хороший спортсмен. Ну, начал он довольно неплохо. Но потерял позицию, и Максим воспользовался своим шансом. Но чего-то не хватило Артему сверху. Возможно, он как-то неправильно... Контроль оппозиции, да. В ММА это самое главное в партере. Ну, сейчас ждем объявления результата. И первого финалиста гран-при до 77 килограмм. Да, объявили, Максим Сазонов становится победителем этого боя. Он выходит в финал гран-при, где его будет ожидать кто-то из спортсменов, которые будут оспаривать эту возможность во втором бое нашего турнира.